Уважаемые зрители, компания «Картина ТВ» запускает гуманитарный проект для помощи жителям Украины и открывает пункты сбора в офисе компании по адресу Райндауштрассе 53, Висбаден. Вы можете привезти или прислать по почте медикаменты, молочные смеси и детское питание, спальные мешки и одеяла, средства гигиены для женщин и детей, аптечки первой помощи, крупы и консервы, термосы, а также батарейки и фонарики. «Картина ТВ» организует регулярную доставку гуманитарной помощи жителям Украины.